Сампдори. Матч у нас будет ярким, в этом нет никаких сомнений. Здесь игра важна для обеих команд. Ну и атмосфера сегодня на стадионе просто великолепная. Как думаешь, когда к Италии вернется былая сила? Ну, это я бы сам себя мог спросить, но мне твое мнение, Константин. Интересно, провал. Все-таки чемпионат мира очень больно ударил по всей стране. Переживали все тогда. Ну, а лично мне больше всего обидно, что Буффон не приехал на чемпионат мира в Россию. Так что по поводу Италии, Костя? Знаешь, Георгий, мне бы тоже хотелось услышать твое мнение. Но раз ты настаиваешь, то мне кажется, тут нужно оставаться оптимистом. Все-таки на отборе Италии откровенно не повезло с тренером. Итальянцам нужно идти своим путем, придумывать новый продукт. Каким в свое время, кстати, стал Катеначчо, почему бы и нет. Состав и сейчас боеспособный, им просто нужно найти верный путь и верную философию. Самый известный матч с участием Сампдори – это, конечно же, фанарное дерби. Очень напряженное и всегда непредсказуемое противостояние против Дженуа. Историю свою это дерби берет с 1947 года и называется в честь маяка, который находится в порту Генуи. Игра началась, смотрим. И пас перехвачен. Будет угловой. В центр штрафной, мяч с углового летит. Мяч достается вратарю. И вторая попытка у них сейчас будет. Пошла подача. Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. Толгай Арслан. Роберто Пире. Продолжает идти вперед. Из этого что-то может получиться. А вот и не получилось у них свою атаку продолжить. Мяч потерян. Финч. Прямая трансляция на ваших экранах. Итальянский футбол высшего уровня. Это Удинезе против Сампдори. Матч у нас будет ярким, в этом нет никаких сомнений. Здесь игра важна для обеих команд, ну и атмосфера сегодня на стадионе просто великолепная.